Правительство Дагестана и компания группы «ГАЗ» заключили соглашение. Документ предполагает расширение взаимодействия между республикой и предприятием, в том числе в части приобретения техники. В рамках встречи предприятие продемонстрировало выпускаемый общественный специализированный транспорт. Подробности расскажет Патимат Ханапова. Коммунальный, пассажирский и медицинский транспорт. Здесь в рамках выставки на площади было представлено большое разнообразие техники от компании «Группа ГАЗ». Соглашение, подписанное между сторонами, позволит республике в будущем приобрести их на выгодных условиях. Те новые модели, которые мы на сегодняшний момент выпускаем, могут быть задействованы абсолютно во всех отраслях хозяйства республики. И, собственно, приехав сюда, показать те возможности, которые есть у группы ГАЗ, найти те точки соприкосновения, которые были бы интересны обеим сторонам с точки зрения того, как повышать уровень качества жизни населения с использованием техники, производимой нами. Местным властям уже приглянулось несколько специализированных автомашин. Так, Салман Дадаев осмотрел маршрутные такси. Они оснащены системой вентиляции, более просторной и смогли бы улучшить качество пассажирских перевозок. А Сергей Меликов, в свою очередь, хочет решить наболевшую проблему в сфере ЖКХ приобретением габаритных мусоровозов. Для нас это очень важно, потому что вот сейчас отрабатываю новую схему по обращению с твердыми коммунальными отходами. Мы понимаем, что в этом отношении нам могут быть предложены варианты техники, которые действительно приспособлены под нас, под высокогорные районы, под села, в которых, собственно говоря, никогда раньше техника не убирала мусор. Да? Вот мы сейчас же хотим прийти к цивилизованному обращению с твердыми коммунальными отходами. Стороны надеются, что данное соглашение будет эффективным и позволит создать комфортные условия для жителей региона. Техника, производимая компанией, поможет решить проблемы не только в социальной сфере, а также в промышленности и обороне. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала.